Ну, вообще мои мальчишки, все трое, обучаются в 32-й школе. Старший Максимка, он учится у Усовой Галины Михайловны. Она у нас молодец, она его поддерживает, помогает ему во всем. А младшие, Ромка с Артемкой, они учатся, пришли в третий класс, тоже 32-я школа, у них Екатерина Николаевна. Тоже молодец, она очень сильный у нас педагог начальных классов. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить учителя своей самой младшей дочери, Осиповой Ольги Николаевны. Хотелось бы большое спасибо сказать, то, что человек профессионал своего дела, и какое же все-таки отношение к детям, как имеет подход к детям. Лену Оксана Ивановна, с праздником вас. Всего самого наилучшего, спасибо вам. Зинаида Андреевна, здравствуйте, пользуюсь моментом, хочу передать вам привет, спасибо вам за все познания, благодаря вам я стал намного там смышленнее, где-то умнее, спасибо большое, хорошего всем дня, спасибо. Всей школе, всем преподавателям большое спасибо за их терпение и за их достижения. Да, есть коллеги, это 76-й детский сад, 50-й детский сад, 32-й детский сад. Заведующая Елена Николаевна Димитрюк, Наталья Григорьевна. Лилюк Надежда Михайловна. Очень сильно мы ее до сих пор помним. Передаем привет. Хочу передать привет Галине Вячеславовне, учителю по физике 4-й школы. Она была нашим классным руководителем. Нас вела, держала наш класс. Привет, Галина Вячеславовна. Я хочу поздравить мастера своего, он работает в Иркутском колледже экономики, сервиса и туризма, Федорович Оксану Сергеевну. Вы лучшие! С началом учебного года вас! Ну, всем нашим девочкам, нашим коллегам, всем большой-большой привет, терпение, терпение, еще раз терпение. Я благодарна, наверное, всем учителям 8-й гимназии, в которой у меня сейчас учатся оба ребенка. Там каждый учитель, профессионал, знает свое дело, обучает детей с любовью, как будто это ее собственный ребенок. Всем учителям я говорю спасибо.